Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жанна Самайуктам Бинда Ванам Ману Ванча калпатару ващаки пасинда бевача Патитананг павуне бхавишна вибхьо намо нама Мукан кароти вача ланг пангун ланг хайте гирин Ятки патам ханг банди парамананда мадавам Бриндавай тулси деббай пиявай кешава шача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катхоупадеше Гаурия патрасья пракасанича Садануракта гуру бхакти йокта Бхакти Прамадакша Джагод Гаранья Дейям Сада Парибхавагна Бхавишчадухам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витаттихам Панатапалья Бхавадибутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллава Накачанда Маничатая Бисварджита кемапика повадушва дарши, Пурна нурагра сасагра сарамурти, Сарадхикама и кадакикам карош. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канука бодато Санкиртаной копитару камала йотакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивва Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гоури нирантара вибушито вам бхагам Нараяно приямананга мадапухарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Ваги саджуша бадани, Лакшмир джасача вакшаси, Джасьястехида самбихи, Твам нишинга махамбаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рам Рам Хари. Хелоддуни то кхедая, Вишодхея, Патмилито дамодхея.
Чамма Састо Вибодая, Расодая, Читтар Питанумодая, Шашад Бхакти Винодая, Самодая, Мадхурджа Марджадая, Сри Чайтанна Дая Нидхе, Тавадая, Вуяда Мандадая. Хелад Дунито Хедая, Вишодая, Пратмило Дамодая, Чамма Састро Вибодая, Расодая, Читтар Питанумодая, Шашад Бхакти Винодая, Самодая, Мадхурджа Марджадая, Сри Чайтанна Дая Нидхе, Тавадая, Бхуяда Мандадая. Гаурия Гоштхипати, Сри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Гаурия Гоштхипати, Сри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если весь мир выступает против меня, все же я могу говорить об этой абсолютной истине абсолютным образом, находясь под лотосными стопами Гуру Падме, и те, кто уже пришли ко мне, если они один за одним оставят меня. Но все же я не буду бояться этого, я буду продолжать воспевать абсолютную истину абсолютным образом. Я никогда не буду искать пути удовлетворения обычных людей. Абсолютная истина — это такая вещь, что никакие компромиссы не могут быть на ее пути с всякими материальными вещами, материальным поведением. Кто-то может идти на компромисс, это не проблема, но абсолют — это абсолют. Эти саду, которые утвердились на абсолютном уровне, они никогда не пойдут ни на какие компромиссы с абсолютной истиной. Шрила Бхактивинода Тхакур обнаружил, что количество слушателей уменьшилось, поскольку он уехал в Калькутту и поручил Бимала Прасаду Сарасвати говорить харикатху за него. И вот Шрила Прабхупад. Получил наставление от Шрилы Бхактивинода Тхакура продолжать читать читание Чайтамриту. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура приехал и увидел, что мало людей. И почему так случилось? Шрила Бхактивинода Тхакура очень внимательно слушал харикатху, которого говорил Шрила Прабхупад. И вот после того, как харикатха закончилась, Шрила Бхактивинода Тхакура с великой радостью сказал: «Теперь я понял. Я думал, почему количество слушателей уменьшилось. И вот, слушая твою харикатху, я понял, что абсолют, твоя харикатха, она великолепна. Может, обычные люди, те, кто находится в мае, они не могут принять ее, но все же это абсолютная истина». И вот думать и делать что-то для удовлетворения Верховного Господа и обычной публики — это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи, Шрила Прабхупад говорит. Если я буду думать об удовлетворении обычных людей и думать, что они будут говорить, если скажут то ли это или иное, то это совершенно не харикатха. Если я буду воспевать абсолютную истину абсолютным образом, чтобы Махапрабху был полностью доволен, чтобы Гуранити Нанда не были полностью довольны, в этом случае я буду делать все в соответствии с тем, как показала мне Гурварга. И вот в читании Чайтамрите говорится: до тех пор, пока вы не утвердитесь на нейтральном уровне, вы не можете прийти в гармонии даже с какой-то обычной дхармой. Что же говорить об абсолютной дхарме?
И вот до тех пор, пока мы не утвердимся на нейтральном уровне, у нас нет права говорить об абсолютной истине, как Махапрабху говорит. Даже Сачимата не может обрести прему. Почему? Она твоя мать, да, но она не может обрести прему, поскольку она совершила какую-то ошибку, оскорбление лотосным стопам Адвайта Гасая, осознанно или неосознанно. Когда мы совершаем какую-то ошибку и оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнав и Бхагавана, то наше сознание оно опускается, деградирует. И после того, как это последствие оскорбления закончилось, как в случае с Сачимата, она попросила прощения у лотосных стоп Адвайта Гасая, то только тогда она обрела прему, но не перед этим. И вот Бхагаван Шри Кришна Чайтанья показывает нам путь, и другое то, кто говорит подлинную харикатху, а кто нет, кто может сказать об этом. И вот как судья, Шрила Прабхупада написал одну книгу, что вот в суде идет заседание, Шрила Кешава Госвами Махараджа опубликовал ее. Я тоже попытаюсь опубликовать на английском. Кто находится перед вами, имеется в виду судья, перед судьей два человека, один виновный совершил какое-то преступление, и вот Шрила Прабхупада описывает фантастические вещи, и что это? Что говорить об абсолютной дарме? Парамдарма навсегда абсолютно. О парамдарме мы уже знаем. Вот такие слова. Почему люди совершают ошибки в понимании? Я уже сказал, что это гухьям вишудхам дурбадьям. Гухьям значит сокровенное, очень секретное, скрытое. Вишудхам настолько чиста дарма, она за пределами нашего человеческого понимания. Эта дарма очень чиста, дурбадьям. Она очень сложна, сокровенна. И об этой Бхагавад-дарме, это естественно то, что обычные люди могут превратно понять ее. И то условие, которое дал Чайтанья Махапрабху Хари Киртан. Я хотел сказать об этом внешне, что можно выглядеть, что Вриндаван настолько очень жестко говорит. Конечно, каждый может говорить все, что хочет, но Вриндаван настолько, Шрила Прабхупада говорит, что Вриндаван настолько более милостив, чем Кришнадас Кавираджа Госвами. Почему? Поскольку обычные люди могут превратно понять Кришнадаса Кавираджа Госвами, могут подумать, что раз он говорит о себе так, что он такая падшая душа, хуже, чем человек в испражнениях, то почему мы должны изучать его наследие, читать его книги? И если есть, и поскольку такое смирение, которое показано Кришнадасом Кавираджем Госвами, оно очень редко в этом материальном мире, практически недостижимо. Но это не значит, что он падшая душа. Тринадапибхава, как мы можем понять, определить ее? Так или иначе, у нас нет силы определить, как измерить Гуру Вайшнава. Мы с вами собственными попытками, ограниченным умом, мы не можем этого сделать. Единственное, что может помочь, я много раз говорил, никто во всем мире, только в Гауди Матхе, благодаря Шриле Прабхупаде, есть такой стандарт, который можно измерить. Если вы видите, что тот или иной Махарадж настолько могущественен, что может обрести все, что хочет, но не желает этого, что у него нет желания ни к пратиште, ни к лапхе, ни к пуджи, то будьте уверены, что хотя он говорит жестко, все равно он тринадапи. Без тринадапи у нас нет права говорить харикатху. Без тринадапи харикатха не может явиться в нашем сердце, это первый симптом.
может, хотите говорить все, что вы захотите, но суть в том, Тринадапи Бхава, что такое Тринадапи Бхава, когда какой-то саду не заинтересован в лабхе пуджи пратиште, он может миллионы долларов собрать, но он совершенно не заинтересован в этом, он знает, что под ним проблемы возникнут из-за этого. И вот таким образом, смотрите, Тринадапи Суниш Бхава, по крайней мере, Вриндаван Дас Такур Махашой, он, если готов ударить нас, то это значит, что он готов сделать все для нашего прогресса. Если он ударит нас по голове, то пыль с его стопа попадет на нас, и это будет великим благом для нас. Пыль с лотосных стоп Гуру Вишнава, вода мышьих стоп или остатки пищи Вишнава. Эти три вещи, они очень могущественны для баджана. Мы знаем это наверняка, это очень важно. И вот Шрила Прабхупада говорит, слушая тысячи лекций по Харикатхе, все же некоторые преданные ушли, оставив Шрилу Прабхупаду, хотя до этого слушали тысячи его лекций. И вот иногда они приходят к заключению, что Шрила Прабхупада очень жесток и как-то бесполезен. И поэтому они потеряли веру, как Ананта Васудева Сундарананда Видьявинут, и ушли от него. Не только ушли, еще выступали против Шрилы Прабхупады, просто оставив Шрилу Прабхупаду, это одно, а потом они проповедовали против Шрилы Прабхупады, говорили какую-то ересь, писали какую-то ересь против Шрилы Прабхупады, заявляли, что Шрила Прабхупада, Кешав Госвами Махараджи, Шридхар Махарадж не знают Сидданты, и я тоже не знаю, что такое Сидданты, как я могу понять. И таким образом, первое, это Шрила Прабхупада, когда он был как-то вел себя жестко по отношению к ним, они первое начали, перестали как-то кооперироваться с ним, потом начали выступать против. Скрыто, и потом открыто начали сражаться с Шрилой Прабхупадой. И такое состояние обусловленной души, это неизбежно может случиться. Так или иначе, Гуру Вайшнава не плачут, они хотят спасти всех душ, в то время как Гурупад Падма, Гуру Вайшнава, они всегда думают о том, как спасти падшую душу, даже мельчайшее создание. Что говорить о нас с вами, которые в форме преданных, они всегда думают о падших душах, совершенно о всех. Они думают о благе всех. Гуру Вишнава не хотят спасти всех. И молятся Господу, чтобы тот помог им спасти всех. Кто-то думает, что у Шрилы Прабхупады нет милости, что у Шрилы Кешав или Шанта Госвами Махараджа нет милости. Как Шрила Шанта Госвами Махараджа, он бил своих учеников деревянным сандалем. И вот, вы знаете, и вот кто-то говорит, что если кто-то говорит, что Шрила Кешав Госвами Махарадж или Шанта Махарадж, что они не имеют никакой милости и жестоки, то это глупо. Хотя внешне выглядит, что если они могут ударить своего ученика, то это жестокость, но это не так. И вот однажды проповедническая миссия вернулась с проповеди, и вот преданные вернулись. Шрила Кешав Госвами Махарадж сидел на веранде, и преданные пришли поклониться ему. И вот тот спросил, как они так проповедовали. Говорит, очень хорошо проповедовали, замечательно. Что ну, замечательно, как все рады, все зовут нас вернуться, чтобы мы вернулись. И Шрила Кешав Госвами Махарадж сказал, что несомненно вы не смогли говорить обо всем. Абсолютной истине, как все любили нас, звали опять приехать. И Шрила Кешав Госвами Махарадж сказал, что, несомненно, вы не смогли сказать ничего об абсолютной истине перед этими людьми.
если бы вы сказали что-то об абсолютной истине, то большинство людей оставило бы вас, они не смогли бы принять это. Естественно, Шрила Прабхупад говорит, Рупа Рагунатхи Катха, Катха Рупа и Рагунатхи. Большинство людей этого мира, они не принимают, эту абсолютную истину о послании Рупы и Рагунатхи. Поэтому, может, ваше сердце может разочароваться, что никто не принимает этого послания, но Шрила Прабхупад говорит, что мы не должны разочаровываться, а продолжать говорить об абсолютной истине. Может, один или два человека, кто может сказать. Кто-то, может, плачет, кто-то пытается, кто-то страдает и ждет послания Рупы Рагунатхи в какой-то части мира. И наше послание — нести корзину с абсолютной истиной и раздавать всем, как Нитянанда, Он Верховный Господь. Если сам Нитянанда, Верховный Господь, он первое проявление Верховного Господа, если он ходил от двери к двери, даже подходил к Джагая Матха, просил их повторять святые имена, но они ударили его, разбили голову, и кровь текла с него, но все же Нитянанда говорил, ударили меня, это не проблема, но все же повторяйте Харинам. И это преданные Гауди Матха. У нас должно быть столько терпения, что люди могут выступать против нас, но все же мы должны иметь терпение, что сегодня или завтра они опять смогут понять нас и прийти к нам, поскольку иногда из-за каких-то сентиментальностей Гуру Махараджа и Вайшнавы не могут говорить никакой ереси. Это мы можем. Мы можем спросить Гурудева, почему вы говорите так или иначе, а нельзя заявлять, что Гурудев говорит что-то неправильно. И весь мир, нет никого. Нет никого, кто мог бы заявить, что Гурудев говорит уже это. Если кто-то заявляет так, то это вынужден страдать. Я никогда не говорил ничего подобного. Я всегда, Шикшагуру, он всегда дает вдохновение нам. Я могу прийти и расскажу о том, как Шрила Прабхупад и Махапрабху, они иногда очень жесткие. Если я говорю какую-то жесткую харикатху, об этом знает весь мир. И вот Махарадж говорил о том, Шрила Прабхупада и его уникальные ачарьятвы с этого, с начала коронавируса до конца практически. И вот, то есть харикатха может быть сурово, неприятно. Но кто-то может шокироваться, слышать, но Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, они тоже говорят, так это моя обязанность продолжать их миссию подобным образом. Я не могу обмануть вас. Главная проблема, что я глуп. Почему я не мог обмануть вас? Если я бы мог обмануть вас сладкими словами, кто-то был бы доволен, и в этом моя сутра, что кто-то не может потерпеть такую горькую истину. И все, что случается, я думаю, это случается по милости Бхагавана. Преданные никогда не думают, что что-то плохое происходит. Проповедь началась с Нитянандой.
и проповедь, она как начата Нитянандой, так может быть закончена Нитянандой, и у нас будет возможность повторять больше Харинама. И может это просто инструмент в чьих-то руках, и не могу критиковать кого-то. Все важные преданные, я могу прикоснуться к Шалагаму и Шиви Туласи. Я знаю, что все, кто совершает подлинные баджаны, не все любят и уважают меня, а обманщики, они меня не переносят. И те, кто по-настоящему понимает, что такое баджан, они все понимают, что и что. Я никогда не могу обманывать вас, говорить, что нельзя слушать Харикатху, братья боги, это неправильно. Нет, я говорил то, что... Вот Нарутам Такур в Парактхане Прамабхакти Чандрики пишет такие слова. Нартаму Дагу writing, what writing? Титха Ятра Паришрам Сакали Манер Брам Шарва Чидди Говинда Чаран. То Нартаму Дагу full is number one. И вот он так, он почему так говорит? И я в соответствии с его учением сказал так, что будучи в обусловленном состоянии, если вы скитаетесь там и здесь, я просто хотел помочь вам развить ваш Гуру Даршан. Я могу прикоснуться к Тулси Шилограмму и сказать, что я никогда не хотел, чтобы вы прекратили Гуру Севу. Я просто хочу помочь вам утвердиться в Гуру Даршане, и тогда вы увидите, кто такой Гуру и что такое Гуру Утсав. Я... Гуру Татва, она едина. Гуру Татва — это Аканда Татва, единая безраздельная Татва. И вот раньше вы видели Гурудева внутри меня. Вы сами говорили, что видите Гурудева внутри меня. Я могу все свидетельства показать, но сейчас вы не видите уже Гурудева внутри меня. Почему так происходит? И что же делать, если такое произошло? У меня нет... Я не протестую против этого. То есть моя ошибка в том, что я не захотел вас обманывать, а говорил об абсолютной истине так, какова она есть. Смотрите, что сделал Шрила Прабхупад и Шрила Кешава Госвами Махарадж. Наш маленький ум не может понять их величайшее дело. Они оставили все, чтобы спасти нас. Они посвятили все для того, чтобы спасти нас. И вот сейчас я вернусь к тому, что Гауранга Махапрабху, он уже в Пурушоттам Даме. Я обсуждаю тему о лилах Махапрабху в Нилачале. И вот в Нилачале Махапрабху, он думал, где же он может остановиться. То место, где он может совершать баджан и принимать омовение в океане. Чтобы он мог получать даршан Джаганатха также. И вот Махапрабху пытался найти то место, где все удобно было и близко, что можно было достаточно быстро дойти до любой части Пури. И вот таким образом Махапрабху думал, и тем временем какие-то преданные посоветовали, что Каши Мишра Бхаван — это как раз наилучшее место для вас. Хорошо. И когда Каши Мишра встретился с Махапрабху, Махапрабху спросил, что можно ли занять какую-то маленькую комнату в его доме. И Каши Мишра сказал, почему вы меня спрашиваете, это весь дом ваш. Бери и поселись, где хочешь. И вот с тех пор Махапрабху начал жить в Гамбхира Мандире. Вчера я говорил об этой Сиддханте, что хотя вы находите, что Махапрабху начал
жить в Гамбхире прямо сейчас, но не так. Внешне лила, она присутствует там. И вот там Гамбхира лила, она тоже вечно присутствует. В Гамбхира лила, она тоже вечно. И вот какие-то удачливые души, как Бхактина Такур пишет Джавадарме, из Шинатхпура пришло два молодых человека, и там описывается, вот когда они пришли и получили дикшу, и все остальное от Рагунатха, когда с Бабаджи Махараджа организовали праздник в честь дикши и харикатхи. И вот Шрила Бхактина Такур, он описывает это все в Джавадарме, и там можно найти то, что Шрила Бхактина Такур написывает, что внезапно, когда они раздавали прасад, внезапно Гора Лила явилась там, в Шивасангане. И внезапно все увидели, что Малинима, она ходит и раздает прасад. И все преданные спутники Гуранги, они все увидели, все прекратили есть просад и остановились и смотрят, что это. И вся лила внезапно явилась. Это зависит от преданных и от гуру. Могущественный вайшнава, могущественный гуру, они могут изменить ваше сердце, если вы искренне. Несомненно, они смогут изменить ваше сердце. Даже в Дживататве и предыдущих харикатхи я говорил, сатсанга, она неизбежна. Сатсанга, она никогда не пропадет зря. Сатсанга, невозможно, чтобы сатсанга прошла зря. Настолько она могущественна. Вы не можете сравнить никакую садхану с сатсангой. Будьте осторожны. Вы не можете сравнить никакую садхану с садхусангой, что может не случиться. Все возможно. Даже сатсанга может дать вам даршан Бхагавана. Может дать вам шанс служить Бхагавану вечно. Вы можете достичь всех совершенств. И вот там Махапрабху Махапрабху вечно пребывает в Гамбхире. Просто в этой вселенной, в это время так случилось, что он начал жить там. Каждый день получал даршан Джаганнатха, ходил на самудру принять омовение. Потом Говинда пришел, это чуть дальше произошло, но я начал с Гуру Таттвы, поскольку это главное, может быть. Я говорил сотни раз о Гуру Таттве, но из-за недостатка искренности или оскорблений не все это понимают, кто-то, конечно, понимает. И таким образом я взял вот я понял, что произойдет в дальнейшем. Not fully available to do publication job this day, but let me see what is the desire of Nityananda. I already forecast what is going to happen. That's not a new. То, что произошло, anyway, произойдет дальше, Махараджа предсказал уже. Говинда, он присоединился к Махапрабху и начал совершать гуру севу, такую великолепную севу. У Говинды говорится, что Говинда, он подобен второй Сачима. Сачима настолько
настолько нам осторожно по отношению к Гауранге и Говинде также, но перед этим, согласно времени и обстоятельствам, я хочу сказать основное, как, чтобы показать настолько строг Махапрабху. Те, кто совершает подлинный баджан, они очень строгие. Но их строгость не причиняет их им проблем. Шрила Бхактина Такур, Шрила Прабхупад, Сиддхартха Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж, они все очень строги. Но так или иначе я могу пример привести, как Махапрабху жесток внешне. И вот эти Сахаджи и Бабаджи, они говорят о Гауранге Махапрабху, когда Гауранга Махапрабху, он избегал. И вот, когда Махапрабху избегал Чоту Харидаса, то тогда все сахаджи, те, кто были против чистого бхакти, они выступали против Махапрабху. Однажды Гуркеша Баба пришел в Свананда Сухада Кунджу в Гадрумдхаме и засмеялся. Шрила Бхактина Такур спросил, почему ты смеешься. И Гуркеша Дас Бабаджи сказал, эти сахаджи Бабаджи не говорят, что Шрила Прабхупад, что Гауранга Махапрабху очень строг. Гауранга Махапрабху очень строг. Он не должен быть так строг. Очень сложно все делать. Слишком сложно все делать. И вот Шрила Бхактина Такура понял, и он понял настроение Бабаджи Махараджи. Эти сахаджи были очень глупы. Они возмущали, что там что-то Харидас сделал. Это вот настроение сахаджи, так себя вести. И вот сахаджи возмущались, что сделал что-то Харидас, что пошел рис спросить у Мадави, а Махапрабху его выгнал за что-то. И вот этот ученик, который поддается лотосным стопам Гурупад Падма, может понять, он полностью шаранагата или нет. Если кто-то занят сбором почета и уважения, то Гурудев видит это. А если я буду говорить неправильную сиддханту, то я буду вынужден оставить баджан. И таким образом, если мы будем изучать эту тему, то видим, что Гауранга Махапрабху иногда был очень жесток, и однажды Бхагаван Дас, Канджа Бхагаван Дас, его нога была повреждена, он в Баранагаре, в Калькутте жил. Сейчас захватили Сахаджи, но когда он там жил, Сахаджиев там не было. И вот Шьяма Манджари, он Бхагаватам записал в стихах, и Махапрабху, когда он достиг Баранагара, то тогда Бхагаван Дас, он не побежал сразу принести воду, цветы и чандан. Когда Махапрабху пришел в Баранагар, в его дом, в то время Бхагаван Дас Баба, он не был занят сбором всяких принадлежностей для поклонения. Нет, он начал читать Бхагаватам. Но только те, кто совершает баджан, они могут понять, что есть, что обычные люди не могут понять. Махапрабху, он был очень доволен им. Он был очень доволен
что мы не можем представить, насколько Махапрабху был доволен. Но, то есть, смотрите, несмотря на то, что он не предложил Махапрабху цветов, гирлянды и прочие пушпанджали, Махапрабху не обиделся нисколько. Он предложил ему Бхагаватам свои стихотворные формы. Так, я вот тоже не надеюсь получить гирлянду от кого-то, цветы или чандану. Иногда очень редко бывает, преданные предлагают, но я говорю, что вместо того, чтобы носить цветы, мне лучше слушать харикатху. Я слушаю исследования харикатхи. Харикатхи — это лучшая пушпанджали. И что случилось в Хардас таков Бхагавандас? Вот это Канджа Бхагаван, он организовал праздник Прасад. И в этом случае когда это Чотохаридас пошел к Мадхавиде Видаси, она не была обычной женщиной, Рарамнада Сарабдамандар. Сикимайти, эти три и сестра, это и вот это вот Мадхавиде Видаси, в общем, там 3,5 человека было. И вот он, Кришнадас Радгасвами, описывает, что там было 3,5 человека, женщина за половину считается. И вот те, кто поняли, настроение Махапрабху идеальным образом. Это очень обширная тема, нужно месяц за месяцами говорить. Несколько дней этого мало. И также я хочу прекратить говорить, поскольку не все могут переварить, пускай они разовьют свою способность осознания, способность слушать и переводить харикатху, и дальше я буду продолжать. И вот так или иначе, это три, вот 3,5 человека, которые поняли настроение Махапрабху Рагануга Баджана. И Канджа Харидас, он послал Чотохаридаса, чтобы взять какой-то прекрасный рис от Мадхавиде Видаси. Вот он пошел, взял рис у него и вернулся. Никто не знает, что случилось в процессе. И вот он предложил этот рис Бхагавандасу, Канджа Бхагавану. Он начал готовить, предложил его, потом Махапрабху принял просад и спросил, откуда этот прекрасный рис, настолько он был прекрасен. И вот от Мадхавиде Видаси этот рис пришел. А кто его принес? Чотохаридас, я послал Чотохаридаса, чтобы он этот рис принес. И что случилось после этого? Махапрабху хвалил прасад, и после того, как закончил, Махапрабху вернулся в храм Гамбхиры. И после этого Махапрабху сказал Говинде: «О, Говинда, с сегодняшнего дня это мое наставление. Ты будешь следовать ему. Еще же за правило, ты не можешь позволить Чотохаридасу заходить. Не хочу видеть Чотохаридаса». А почему? Я не буду отвечать, почему не позволять Чотохаридасу заходить сюда. С сегодняшнего дня я не хочу видеть лица Чотохаридаса. Это мое правило. Будь осторожен. Говинда был удивлен. Он сказал Рамананде Сварупдамадаре, в дальнейшем это превратится в прекрасную лилу в Гамбхире. Но сначала я расскажу предысторию.
как мы можем войти на путь Рагнога Баджана. И я не сахаджи, я не могу идти ни на какие компромиссы с вами. Лучше я прекращу говорить харикат, лучше идти на какие компромиссы. Я не считаю никакие прибыли или убытки после того, что случилось. Говинда, он рассказал Раманади Сарубдамадару, и они удивились, что Чудха Харидас так прекрасно поет, он постоянно совершает киртаны, и Махапрабху разгневался, почему. И постепенно Сарубдамадачарья также узнал, и кто нет, все узнали, и новость распространилась. И после этого вот Сарвабхаума Бхаттачарья, Рай Рамананда, они пришли к Махапрабху. О, Прабху, что же случилось? Почему вы отвергли Чудха Харидаса? Не спрашивайте ничего. Он принял отреченный уклад жизни и ходит совершать три самвасана. С наслаждением смотрел на женщину, говорил с ней. И это в одной с три самвасана называется самвасан. Если разговариваю с какой-то матаджо харикатхи, это не с три самвасан. А когда я смотрю на какую-то женщину с желанием наслаждаться, с наслаждением, то это называется три самвасана. Без Гаудия-матха никто, нигде вы не можете найти такую сиддханту. И что такое пратиштха? Есть различные виды пратиштхи. Сколько видов пратиштхи? Вы знаете. Камени пратиштха. Камени джошит. И вот эти все виды пратиштхи, эту сиддханту нигде нельзя найти, только в Гаудия-матхе от Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. Никто не знает. Кто-то думает, что вы сумасшедший. Пратиштха джошит, когда кто-то выражает мне почтение. Если не могу переварить его, то я могу стать собакой. Если не могу, если я говорю о себе как о подлинном слуге моей Гурварги, то тогда нет проблемы. И вот смотрите, в киртане есть такие слова, что тумито тхагура, а амито кукур. Now, at present, scenery change. И сейчас сценарий поменялся. Иногда так происходит, что кто-то, какие-то преданные за своих оскорблений начинают неуважительно относиться к гуру вайшнавам и гуру вайшнавам, и получается наоборот, то, что описывается в этом киртане. И вот Махапрабху, он сказал, мы знаем, камини джошит, это женщины в прямой форме, стрисанга, стрисангирсанга, общение с женщинами и с теми, кто общается с теми, кто привязан к женщинам, они все опасны. И вот камини джошит, канчан джошит, деньги. Если у вас есть желание склонность к собирательству денег, но
для подлинных гуру вайшнавов, они совершенно беспристрастны к деньгам. Мы видели гуру вайшнава, они совершенно не привязаны к деньгам, но все же кто-то слепый не может видеть этого. Потом Пратиштха Джошит — это самый последний удар Майя Деви. Самый последний удар Майя. Пратиштха — стремление к славе. Никто не может победить. Она может сделать нас нищим на духовном пути. Мы можем стать таким духовным нищим из-за этого желания Пратиштхи. И вот это все, эти проблемы возникают из-за вайшнава апаратхи, гуру апаратхи. И вот Махапрабху говорит. Я не хочу видеть его лица. И вот. Джошит санга не значит, точнее, значит, то есть это не значит общение с женщинами, а больше склонность к наслаждению. То есть кто-то хочет чем-то наслаждаться, неважно, это мужчины, женщины, богатство или прочие вещи. То есть вот склонность к наслаждению чем-то зовется Джошит санга, и все, что приходит ко мне, я все отдавал Гурудеву. До сегодняшнего дня у меня нет никакого желания получить ни единой копейки от вас. Если вы хотите посвятить свою жизнь служению, я могу дать вам все. Единственное, я я хочу видеть искренность вас, и вот с единой ясасане я обещаю, даже любые пранами, которые приходят, я не прикасаюсь ни к копейке, я главное хочу видеть вашу искренность. Somebody thinking like I'm putting in a plastic packet. Okay. Somebody asking, how many things is it? Take, go. You ask this man. I hate it. I don't like to count even money. But I am really bad luck. Still today I'm not getting such a honest man who can stay with me and take all responsibility. И как долго я буду жить в этом материальном мире, я не знаю, нужно готовиться, что случается, все случается ради моего блага. Что случилось, случается и будет случаться, это все для нашего вечного блага. Это учение я узнал от Шрилы Прабхупады. Я никогда не жалею о том, что случилось, поскольку знаю, все случается ради высшего блага. Никто не может остановить меня. Майхарикатху, никто во всем мире не имеет такой силы. И такие люди, которые пытаются остановить Майхарикатху, они обречены на смерть. И вот смотрите, Чатурхаридас, он был отвергнут Махапрабху, никто не знал, чем проблема, что случилось, что сделал Махапрабху, никто не знает. Все ищут, и даже Рай Рамананда, Сарубда Мадара не пришли. И Махапрабху говорит, ты можешь находиться здесь, а я оставлю это место и уйду в Аланнатх, я не могу находиться с вами. А если вы попросите меня принять Чатурхаридаса назад, то я уйду от вас. Я оставлю это место. Но преданные сказали, нет, Прабху, находись здесь.
И в итоге они пытались утешить Чхёта Харидаса. Чхёта Харидас, он Верховный Господь, Верховный Господь. Он милостив, но все же для того, чтобы дать пример всему миру, Махапрабху, он являет ту единую лилу, иногда она очень строга, и поэтому не беспокойся, мы с тобой, мы сегодня или завтра, или когда-нибудь потом Махапрабху изменит свое мнение, ты вот постишься долгое время без еды и без воды. Мы просим тебя, прими просад, может, Махапрабху вскоре изменит свое мнение насчет тебя. И вот Махапрабху, Верховный Господь, если будете идти соревноваться с Верховным Господом и умереть от этого, то это нехорошо. Гуру Вайшнава более милостивый, чем Верховный Господь. И поэтому ждите, смотрите, может, однажды Махапрабху простит тебя, мы не знаем, в чем проблема случилась. Мы. И Харидас такой, он, и вот этот Чхёта Харидас, он издалека, как Махапрабху шел принять омовение в Самуду через... или шел принять даршан Джаганнатха с Говиндой. И Махапрабху шел, повторил Харинам. И Чхёта Харидас, он находился далеко, он издалека кланялся, предлагал полный распростертый поклон ему и плакал. И Махапрабху, он антарьями, он находился внутри своего сердца. И Чхёта Харидас, но в течение года, Махапрабху не пролил никакой милости на Чхёта Харидаса. Все же Махапрабху ничего не говорил про него. И тогда этот Чхёта Харидас решил оставить Пурушоттам Кшетру Нилачалдам и решил уйти в Аллахабад на слияние трех рек Ганги, Ямуны и Сарасвати. И вот он думал там о лотосных стопах Шри Чайтанья Махапрабху. И вот он медитировал на его лотосные стопы, прыгнул в воду, чтобы оставить свое тело. Он думал о лотосных стопах Шри Чайтанья Махапрабху и прыгнул в воду на слияние трех рек, и таким образом умер. И все же после, через какое-то время, когда Харидас оставил тело, с решимостью обрести лотосные стопы с Шри Чайтаньи Махапрабху, это зовется преданный. Если кто-то хочет убить меня или оскорбить, я все же не обижаюсь. Моя жизнь посвящена служению Шриле Прабхупаде. Все, что люди думают или говорят, я не обижаюсь на это. И таким образом, с полной решимостью, Чхёта Харидас оставил свое тело. И через какое-то время Махапрабху антарьями, он сверхдуша Параматма, однажды он сказал Говинде: «Говинда, что случилось с Чхёта Харидасом?» Внезапно год прошел, и Махапрабху спросил Говинду: «О, Говинда, что случилось с Чхёта Харидасом?» И вот суть в том, что он не обрел милость от тебя. Год прошел, и вот он решил оставить свое тело, отправился
В Аллахабад наследие трех рек Ганги, Ямуны и Сарасвати прыгнул в воду, оставил свое тело Махапрабху, улыбнулся. И кто-то может сказать, что Махапрабху так жесток, даже услышав, что Чатурхаридас оставил свое тело, он все равно улыбнулся и сказал, что он сказал такие слова. Защит Сангер Хой Исе Прасчита. То есть это хорошее искупление Джошит Санги. Джошит, вот он сказал такие слова, что я одобряю такую прасчиту, искупление такого поступка. И потом что случилось? И вот Харидас Такур каждый день совершал киртан. Каждый день он совершал киртан, но никто не мог видеть, где же этот Харидас. Но физически его не видели. И вот когда Махапрабху пошел принять омовение в Самудрипа или в храм Джаганатха, или предлагал цветы, то Махапрабху, я могу обсуждать о бабах Махапрабху, о его чувствах. Это очень глубокая тема. Иногда я улыбаюсь и чувствую себя неудобно, где же и кому говорить такие сокровенные вещи. Я не нахожу подлинных искренних слушателей, которые могут слушать о таких глубинах Харибаджана. Далеко не каждый может быть достоин слушать этого. Нет таких, кто хотят достичь только Бхагавана. Если у вас есть сила, то приходите ко мне. Прикоснитесь к шлаграмму, дайте клятву, что вы хотите только Бхагавана, но, к сожалению, у многих есть различные желания, анархия. Это не милость, если Гурудев позволит вам поддерживать все ваши анархии внутри вас. Это не милость, что Гуру Вайшнава позволяет поддерживать все ваши анархии внутри вас, как рак. Это не милость. Крипа, она подобна данде. Данда — это палка, значит, шаста говорит, за что Гуру Вайшнава могут даже ударить вас, забрать всю вашу собственность, но у вас нет права выступать против Гуру Вайшнава. Это описывается в шаста. И вот шаста говорит, что если Гурудев будет нас наказывать или забрать все, что заберет все, что у нас есть, у нас нет права что-то говорить против. Как в случае с Харишчандрой, смотрите. Вишвамитра Муни забрал все. Он остался нищим, и в итоге он думал, куда же пойти. Пошел в крематорий, помогал сжигать эти тела, но против Муни-риши не выступал. И очень опасно выступать против Муни-риши. О Гуру Вайшнава говорится, они очень милостивы, даже если у вас нет силы, они все равно даруют вам силу и помогут пересечь этот материальный океан, насколько они могущественны. Но есть предостережение, что огонь, он очень могущественный, не можете прикоснуться к нему, поскольку он может обжечь вашу руку, и солнце на небесах. Особенно в летний сезон в Индии это солнце очень опасно, очень жестко. Лучи очень жесткие могут обжечь. И вот говорится Сурья Банни. Вот это шлок о том, что солнце Сурья Банни. Брахманебхьо.
Банги значит огни, огонь. Банги, сурьо, банги, банги, сурьо, брахмане бьё, вайшнавате джан сада. Вайшнавате джан сада. Банги, банги, сурьо, брахмане бьё, among those, банги, огонь, fire, огонь. Санга. Бог Солнца, и в общем, среди всех их Вайшнавы самые могущественные, даже Бхагаван, никак сочетание Махапрабху, даже Бхагаван Шри Кришна или Рамачандра никогда не шутили с Брахманами, Вайшнавами, Риши и Муни, они знали, что они могут умереть от их проклятия в жизни. Моего Гурудева видел один преданный, оскорбил моего Гурудева. И сошел с ума очень быстро. Сотни тысяч рупий были потрачены. Это мини-матха, но ничем не смогли помочь. Он пришел к Гуру Махараджу, Гуру Махарадж сказал: «Ой, я знаю, что что-то произойдет, но что настолько плохо все будет, я не мог предположить». И вот этот преданный оскорбил Гуру Махараджа, в итоге стал сумасшедшим. Не хочу называть имя той организации. Ну, в общем, Пури Госвами Махарадж где-то жил, и тут кто-то, какие-то преданные пришли, начали наставлять, чтобы он пошел в шрадху. И срочно проводил. А Гуру Махараджу надо было письмо писать. Он редактором будет читание Вани, вот надо было этим заниматься. А тут кто-то пришел, начал требовать, чтобы шрадху проводил срочно. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж начал молиться Господу, что же в пожилом возрасте, куда же мне идти. И вот он плакал, молился Кришне, и каждая... за каждую слезу, которая упала с глаз Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, сейчас эти люди, они, в общем, сами попали в крайне плачевное состояние, поэтому очень опасно вести себя как-то плохо с Гуру Вайшнавами. Лучше прекратить совершать баджан, чем совершать баджан с оскорблениями. И тем более, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя совершать Вайшнава апаратхи. А Гуру Махарадж написал много книг, но первое — это вот Вайшнава Апаратха, сердце Кришны на английском. Гуру Махарадж был очень опечален вот этими преданными, которые могут совершать оскорбления, поэтому написал такую книгу. Он был настолько милостив, что если они не понимают, когда, где и как совершают Вайшнава Апаратхи, поэтому он все это описал, как это все предотвратить. И другая проблема в том, что реки, смотрите, эти реки не пьют своей собственной воды никогда. Это вода для нас. In Niti Shastra it is there. I can speak two Niti Shastra. You can go mad. В Нити Шастрах это описывается. Надьяха Набибанти, and the water, the jal, they are not going to drink. И вот там говорится, что реки не пьют собственной воды. И те деревья фруктовые и цветочные,
Они тоже не едят своих фруктов, и рис, пшеница и прочие все злаки, они не едят своих плодов. Облака и тучи, они тоже не заявляют то, что мы пролили на вас дождь, давайте делитесь всем, что у вас есть. Такого не бывает. И таким образом. И саду, могущественный саду, если у него есть глубокое знание, он совершает могущественный баджан. Это буквально подобно подарку для нас. Он, конечно, может взять много чего. В общем, как эти плодовые деревья и тучи, они не потребляют результатов своих плодов, так и саду, он живет ради других. Another slogan then, that Bachaha Yasa, always I am speaking this too slow. I can remember anyway, I can come to this point. So this way you see, that Chaitanya Mahaprabhu not going to excuse, at the same time, Mahaprabhu going to laugh when he was informed that Haridas Thakur is no more. И вот, когда Махапрабху сказали, что Харидас такого, что-то Харидаса уже нет, то Махапрабху обрадовался и сказал, что это достойное прощита за такое оскорбление. И вот и все же что-то Харидас он продолжал совершать киртаны каждый день, но уже в тонкой форме. В Гамхире никто не понимал, но он так, будучи в тонком теле, он совершал киртан, и Махапрабху, он видел, что он совершает свое служение, и после этого Чета Харидас, он совершал киртан, и однажды Шивас, наш Рай Рамананда Сарвадама, да, все преданные, они там пошли искать Господа. И после того, что случилось, они услышали киртан Чета Харидаса. Здесь, смотрите. Чита киртан Чота Харидаса. Как, откуда он? Может он? Мы слышали, он совершил самоубийство в Тривении, поэтому может сейчас в форме какого-то привидения. Но Свав Гасай был там и начал ругать, кто же вам сказал, что вы несете. И Свав Гасай сказал, кто сказал, что он, этот привидение невозможно. Всю жизнь совершал киртаны для Махапрабху. Для полного удовлетворения Махапрабху он пел киртаны и решил, что ради обретения лотосных стоп Махапрабху он прыгнул в воду. И вы думаете, что если он всю жизнь размышлял о лотосных стопах Махапрабху и стал призраком, невозможно. Он Гандхарва. А никакое не привидение из Сварупа Госвами сказал это. И таким образом Махапрабху он всегда слушал киртан. Он слушал киртан Чота Харидаса, но внешне он наказал Чота Харидаса, чтобы утвердить такую сиданту, что Сахаджи... Дитья хаби, корте хаби, дитья хаби. Политикал гейм, outside. You can go outside.
Ну, в общем, что политики никакой не было. Я не переношу политики. Даже какие-то люди приходят на путь баджана, но все равно занимаются политикой. К сожалению, такое иногда бывает. И вот таким образом, что-то Харидас, Махапрабху никогда не... И вот я в дальнейшем буду говорить о Валабхачаре, но не сегодня. Я буду говорить о случае с Прадюмна Мишрой. Он один из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху в Нилачалдхаме. Прадюмна Мишра, он был очень заинтересован слушать Харикатху. Однажды он пришел к Махапрабху в храме Гамбхиры и попросил у Прабху: «Я хочу услышать Харикатху от вас». Махапрабху сказал: «Хорошо, вы хотите слушать Харикатху? О, вы настолько удачливы». Вы развиваете вкус к слушанию Харикатхи. Вы очень удачливы. И вот здесь два термина. И вот я не знаю Харикатху, но я слушаю Харикатху Тарая Махаша и Рая Манада. Ты можешь пойти и его сейчас... Нет, я могу пригласить его, я буду вместе слушать, но сейчас его не смотрю. Он в свою деревню уехал, если ты хочешь послушать Харикатху, можешь пойти к нему домой. Он сюда приедет, но не совсем скоро, поэтому если хочешь побыстрее услышать Харикатху, то езжай к нему в деревню. И вот дом Рай Рамананды. Я был там, мы дошли до Аланатха, там километров 20 Махарадж привык ходить, и даже в таком возрасте может за день километров 40 пройти. Вот два раза Говардхан Махарадж обходит, как спортсмен. Я не делаю парикраму ради себя, я совершаю парикраму ради тех, кто не могут совершать парикраму, как Ришикеш Махарадж, ученик Шрила Мадхава Госвами Махараджа, был очень болен. Я от его имени совершил парикраму и результаты предлагал ему. И вот сидя на Вьясасане, я говорю иногда за Гуру Махараджа или за Шрила Бхакти Валабхиву, Тирту Госвами Махараджа или Бхактиданта Вамана Госвами Махараджа или еще за кого-то, кто не может совершать баджан. Какие-то люди пытаются быть саду на показ, но практически не могут, должны посвятить свою жизнь всем. Все же мы должны думать о Прабху. Они не знают, что делают какую-то ересь. Пожалуйста, благослови их. Это называется саду. И вот это настроение саду Харидас Такур говорит так, что в саду они делают все ради других. И вот парикрама, я был там, в доме этого дома Рамананда, на полпути до Аланатха. И вот я принял случайно просад в его доме, вот там. Like just a street beggar, I used to do.
Only at the time of Harikatha I am feeling this. All the time like that. My life, it is not my glory. I lie, I am habituated. I am habituated in Vrindavan. I come here for 14 years. And for public service, this has been. Previously also there were so many Harikatha. Some missing, some somebody took, I don't know. So this way, Pradyumna Mishra also going there. Вот Прадьюмна Мишра, он отправился туда. Pradyumna Mishra also going there to hear Harikatha from, чтобы услышать Харикатху от Рай Рамананды, но Прадьюмна Мишра. И вот он пришел, там был стражник на воротах и спросил, где же тут Рай Махаши. И тот ответил, он занят служением внутри. Подожди, сейчас не можем тебя пустить. Хорошо, подожду. Вот 3-4 часа ждал, он ждал. Все же тот не занят еще был. И долго он там будет занят. Ну, тот штрадника сказал там этим Девадаси, танцовщица Джаганатха. Он помогает им есть, мыться, одеваться, какой ересью занимается. А Махапрабху сказал от него Харикатху слушать, которая такая падшая душа, общается с какими-то женщинами, помогает им одеваться, мыться и танцам еще учит. И вот он это учил Джаганатх Валлабх Натаке. Это Натака, ританная, Натака написанная Рай Махаши на Бенгали, на санскрите, она есть. Сложная книга это для понимания. И вот Рай Махаши был внутри той комнаты. Он в общем, учил этих девочек танцевать для Джаганатха. И вот Прадьюмна Мишра превратно понял его, что учит танцам каких-то девочек, и так с презрением подумал о нем и вернулся. И, ну, Харикатху, естественно, не слушал, терпение сразу потерял и вернулся. И вечером пришел к Махапрабху, Махапрабху Антарьями, он пребывает внутри каждого сердца. Махапрабху знает, кто что говорит. Невозможно ничего спрятать от него. Махапрабху знает, что внутри его сердца и внутри нашего сердца. От него нельзя спрятать что-то. И вот что случилось. Махапрабху спросил, слушали Харикатху. Махапрабху знает все, но... И вот проблема в том, что и вот я не мог встретиться с ним, какая-то проблема там была. Как? А в чем проблема? Там то женщин этих девочек танцевать учил, как от него что слушать можно. И вот Махапрабху Антарьями, он сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, и Махапрабху сказал, смотри, о глупец, посмотри, я саньяси, но у меня нет такого адхикара, как у Рай Рамананды. У меня нет такого могущества, как у него, я саньяси, но не могу делать то, что он делает. Махапрабху говорит, если я слышу имя женщины, уже мое тело, оно как-то реагирует на это. Махапрабху говорит, чтобы дать нам урок. Что говорите насчет смотрения на женщин, просто услышав имя, это опасно. И вот Махапрабху говорит, Чайтанья Чайтамрите можно найти именно такие слова, смотрите.
Тавахи бикар пай мор тонуман. Стри даршане стир рае. Стри даршане стир рае. Ой че кон джон. What's he? Когда слышу имя женщины, мое тело, оно чувствует какую-то реакцию, ум и тело, они как-то беспокоятся. И увидев женщину, кто может быть спокойным? И Махапрабху дает нам совет. Махапрабху утверждает Сиддханту, что только Рай Рамананда, смотрите, только у него есть такое адхика, такая способность, никто иной в этом мире. Это доказывает то, что его тело трансцендентно. Смотрите, это учение Махапрабху. Если кто-то мешает кучу всего в одну кучу, как на Бенгале мури мичри, смесь риса, гауха, сахара и всего остального, ну, то есть смесь из всего. I advise you go and hear them. In my Harikatha I say you go and hear them. I give you full permission. Wherever you like to go, you can go and get lost. Слушать кого угодно, можете идти, слушать и потеряться. Я не смогу защитить вас, если вы ходите где попало. Я не буду проверять вас. Единственное, по указанию Шрилы Прабхупады я был вынужден говорить то, что куда идти, чтобы слушать Харикатху, что слушать, Шрила Прабхупад говорит, по крайней мере, туда, где нет Намапарадхи. И там, где нет Намапарадхи, то туда вы можете идти, где Намапарадхи хорошо, если хотите, езжайте, если вы разрежьте и откройте мое сердце, то вы увидите что-то внутри. Сейчас кто-то в период коронавируса куда-то ездил как обезьяна. Я сижу и думаю, вас, если заразитесь этим коронавирусом по дороге, то опасно это. А кто-то думает, что я жесток, не пускаю никуда никого, запрещаю все. Но это не совсем так. И вот таким образом, смотрите, Рай Рамананда Махапрабху говорит, Рай Махашой единственный, кто имеет это право. Я саньяси, но все же у меня нет такого. Не пытайтесь понять превратно Рай Рамананду, слушайте. Он не общается с женщинами, он не совершает йоши-цанги. Махаша думает, что я гупи. Он не думает, что я йошит-бхакта. Бог-бхакта, точнее. Он не думает, что он йошит-бхакта. Он думает, что я гупи. И я помогаю другим гупи украшаться. Они могут танцевать перед Джаганатхом. И вот это он думает. Не то, что в Рай Рамананде есть какое-то вожделение, как у нас с вами, нет. Глупо думать так. Преданные тоже могут гневаться иногда. А когда кто-то оскорбляет вайшнава, то мы должны бросить вызов ему, почему тот оскорбляет вайшнавы, тогда вы тоже вайшнавы, если ведете себя по-вайшнавски. Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то оскорбляет вайшнава, вы не
молчите и не препятствуйте этому, то весь ваш баджан уйдет прочь. И вот в этой шлоке говорится, Бхактивинода такого пишет, если вы увидите, что кто-то оскорбляет вайшнавов, а вы ничего не делаете, не пытаетесь предотвратить, то это плохо. Нужно предотвращать это по мере своих сил. И вот эта шлока, с которой начал. Халани тадбад на хаданд викшаха. На када мегаха. Инки. Сася. I forget. I remember all of it. На, you know, мега. Мега. Those are мега, like a cloud. И вот эти... И вот в Нити-шастрах очень прекрасный пример. И так или иначе, эта шлока, с которой начала, она очень важна. И что это за шлока? Шамма састро виводая, расодая, читтар питанам, читтар питанам адитадая. After that, шашшад бхакти винодая, шамодая, мадурджа марджадая, сичайтанна дая, нидетава дая, бхуяда мандадая. I can explain complete slok tomorrow. Эту шлоку завтра объясню, сегодня кратко. Бхуяда мандадая. This slok, if you understand, you have no complaint against the question. Поймете, вы не будете жаловаться насчет гуру вайшнава. Милость Чайтанья Махапрабху настолько великолепна, что из этой милости никакое неблагоприятное не может прийти. Буят, Аманда Мандадая. Если разделить эти слова на слоги, то выясним, что милость Махапрабху такова, что ничего неблагоприятного даже теоретически не может быть, что Махапрабху, даровав нам такую великую милость, никакого неблагоприятного не произойдет. И что такое определение мангала и амангала? Обусловленные души очень слепые, не знаю, что такое мангал и амангал, благо и неблаго. И вот Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники, может, как-то говорят жестко, но что делать? Как-то строго очень, но все же. И из этой харикатхи, если мы находимся в наставнической преемственности, мы все равно можем обрести милость. Мы можем получить великолепную милость, которая... Это та милость, которая... Она всегда даст нам великолепнейшие, превосходнейшие вещи. Мы достигнем лотосных стоп Нитьянанды Махапрабху. И Махапрабху, и вот я пример дам, один из... Сегодня закончим. И так или иначе, One topic, one month, there, one and a half months going. So now, by the mercy of Nityananda, I am not a preacher. By the mercy of Nityananda, I am preaching. Follow. And if Nityananda want to stop my preaching, I can, okay, welcome. Very good. If you like to stop me, okay, I can stop. I don't care. So anyway,
И вот так или иначе, смотрите, эта шлока я могу, например, привести в Миднапуре. После того, как Шрила Прабхупада ушел из этого мира, Мадха, основанный нашей Гурваргой, Мадхава Госвами Раджам Шанта и Джаджава Госвами Махараджа, они основали один Мадх в Миднапуре. И вот много харикатхи там произошло, Махарадж там был. И вот когда Махарадж говорил об абсолютной истине, кто-то обиделся, и до этого выражали столько много почтения, что невозможно представить. И вот. И вот там был этот новый ачарья, вот, и вот где-то два года они пригласили Махараджа, каждый месяц, очень часто. Вот, и вот, в общем, Махарадж там говорил харикатху несколько лет, а потом смотрит, выражает почтение ради какой-то причины. И вот я смотрю, почему. И в итоге увидел, что какое-то желание у них было, они хотели использовать меня в каком-то качестве. И вот я начал говорить, что они делают не так, что вы новая ачарья, вам там немного лет всего, зачем вы говорите так и так, и эта ачарья очень обиделся. Не только это, так он провозгласил этот ну, в общем, сказал этот новый ачарья, что лекции Махараджа никто не слушал. Но люди все равно продолжают слушать, кто его будет слушать. Но имеется в виду этого нового этого нового ачарья. Ну вот, в общем, ситуация поменялась, ну их такой гуру бхакти, что из-за своих корыстных интересов могут отказаться от чего-то важного, то есть могут поклоняться кому-то вайшнаву, а потом перестать поклоняться. И вот в этом храме Миднапура, Чандракане и Кати и прочих местах, вот Махарадж на Бенгале там много харикатхи говорил, есть записи на нашем канале в Ютубе на Бенгале. И так или иначе, это по милости Нитянанды, это не зависит от меня. И вот пример могу привести в Миднапуре. Один прекрасный преданный. Мужчина лет 20-25, и вот у него есть какая-то такая вера, такая начальная вера. И вот он взял служение мыть храм каждый день, храм большой достаточно. И вот он каждый день мыл его, возвращался домой. Махарадж благословил его, а он еще тут работал этим репетитором. В общем, этим репетитором зарабатывал как-то, был сиротой, отца не было. И вот. И вот однажды один из его дядей сказал: «Суреш, могу тебе денег дать взаймы, а что с ними делать? Ну, я тебе верю, могу дать денег, можешь начать магазин этих бительных листьев, пана-пана». И вот дал какие-то деньги ему. Тут начал этот магазинчик,
маленький, надо было заботиться об этом магазине, работать там. И потом вот этот человек, в общем, в храм каждый день два раза приходил, потом к магазину начал раз в день приходить, потом как это дело пошло в магазине, еще реже начал приходить, в итоге через какое-то время... В общем, начал заниматься больше своим магазином, даже раз в неделю некогда было ему приходить. И вот потом мать... Потом мать решила женить его, ему уже было лет 25-27, вот этот человек женился. А после свадьбы нужно еще жене время уделять. Я знаю, кто-то может смеяться в Южной Индии. Нагешвара Редди есть такой. Может, слышали, в Хайдарабаде живет. Знаменитый этот ученый, этот гастроэнтеролог. Вот. В общем, настолько занят, что утром в одной стране, вечером уже в другой. В общем, жена его бросила, что туда 10 минут жене не мог посвятить день. В итоге она его бросила. Поэтому Нагешвара Редди даже спать некогда было. Спал по дороге на работу в машине. Ну, имеется в виду, водитель машину вел, а он спал. Здесь в Навадвипе тоже какой-то Сунил Чакравати есть. Тут пожилой, ему лет 85. Уже с раком крови болеет. Но доктор, по крайней мере, хороший есть. По пульсу может все болезни ваши определить. И каждый день зарабатывает 1025. Ну, с утра до ночи работает, причем сейчас из-за коронавируса никуда не ездить. Ну, в общем, организовал клинику у себя дома. Ну и очередь у него с 7 утра до вечера. Ну, в общем, очередь у него там круглосуточно почти. Over phone, not practical. You will have to try. You have to try 100 times. But if you tick, then you have to register your name. Maybe that by that time you are going to enroll your number at 40. So magic. Up to 60, then stop. 60%. В общем, 60 этих пациентов принимает каждый день. Ну и работает так до полуночи. Если там какому-то пациенту больше времени надо, то и после полуночи работает. И вот... То есть не все люди вот, в общем, это, смотрите, этот Махарадж возвращается к тому молодому человеку, который взял денег взаимы от своего родственника, но в итоге вроде милость получил от своего родственника, денег смог заработать каких-то, но в Агауди Матха ходить вообще перестал. Ну, в общем, женился он, дети появились у него. В общем, забыл о Гуранге в итоге, смотрите. Вроде милость, но в итоге ничего хорошего не произошло. As they are merciful, from their kripa,
you are going to cut your material bondage and go. Provided there is no jealousy, no. Но милость Махапрабху, она долгая, до милости, от которой ничего неблагоприятного никогда не происходит. Буя-да-аманда-дая. Это та милость, благодаря которой ничего неблагоприятного никогда не произойдет. Unnecessarily you are going to jump into fire. What I can do? How I can save? Whatever you like, you do. I have nothing to do. Any question? Bangla bolun apni. Acha, tale English to bolun. Bol. Vapros inagda. Вопрос о критике вайшнавов, что преданные должны гневаться, когда кто-то критикует вайшнавов. И на этом таку пишет в киртане, что, например, если у вас есть кама, кротха, лобха, моха и прочие качества, все это можно использовать в Кришна-севе. Например, гнев можно использовать против тех, кто критикует вайшнавов. И вот он в этом киртане рассказывает, как все, даже плохие качества, занять служение Кришне. И Шрила Прабхупад говорит, если вы не будете протестовать против тех, кто оскорбляет гуру вайшнавов, то вы будете наказаны, потеряете силу вашего баджана. Это учение дано Сати Деви. Я могу пример привести завтра, можете напомнить. Я приведу пример с Сати Деви и Сати Деви Махешвара Лилы. И так или иначе, мы должны быть очень осторожны, иначе придется, по крайней мере, если вы ничего не можете сделать, по крайней мере, оставьте это место. Это Сиддханта из Бхагаватам. Я могу показать вам. Парвати Деви и Шанкар Бхагаван, Вайшнаванам Ятхасанда.